Всем привет, с вами Паша, и сегодня я вам покажу, как можно скачивать игры сразу на SD-карту. Для этого вам нужно скачать вот эту программу. После того, как вы ее скачали, заходите в нее и нажимаете папка для файлов. Чтобы убрать это все, нажимаете на две точки. После того, как вы все убрали, ищем вот эту папку. Потом выбираем, какая у вас SD-карта работает. Потом Android ищем. За главной буквой. Вот. Потом дата. Com9jet. И файлс. Нажимаем ОК, сохранить. И все, вы сможете скачивать игры. Если я вам помог, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. За это вам буду очень благодарен. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.